Детский дом. Началась эвакуация деток. В первую очередь, как сказал глава ДНР, эвакуируют детей, женщин и стариков. Все будет хорошо, мы доедем, нас там ждут. Побываем в гостях немножко. Ну сколько, я не знаю. Понравится, долго будем гостить, не понравится, быстро приедем. Бля, походу в Донецке эвакуация началась. Люди все выезжают.